На полях международного форума «Нефтяная столица» прошло еще несколько знаковых событий. Одно из них – подписание соглашения между Славнефтемегионнефтегазом и Департаментом образования и науки Югры. Совместно с правительством округа компания займется формированием кадрового резерва и повышением престижа рабочих профессий в округе. Подробности в следующем материале. Мегионскому политехническому колледжу 25 лет. Все эти годы он сотрудничает с Мегионнефтегазом. На предприятии работают сотни выпускников этого учебного заведения. Время меняется, а с ним меняются и требования в обучении рабочим специальностям. Каждый день диктуют новые требования подготовки специалистов. У нас обучается где-то около 30% студентов именно по этому направлению. И сейчас вот подписание вот этого соглашения ставит перед нами новую задачу. Мы рады этому соглашению. Подписанное соглашение открывает новые перспективы перед Мегионским политехническим колледжем. В окружном департаменте образования уверены, такое объединение усилий поможет укрепить кадровый потенциал региона, создавать надежный фундамент для дальнейшего развития отрасли. Дальше у нас будет еще ряд встреч рабочих, где мы проговорим конкретную дорожную карту по запросу компании, какие специалисты нужны будут через 4-5 лет. И в зависимости от этого мы будем, соответственно, менять контрольные цифры приема для Мегионского колледжа. В самом Мегионнефтегазе уверены, нужна более тесная связь теории с практикой. Это залог успешного развития и отдельно взятой компании, и всей отрасли. Поэтому нефтяники готовы предоставлять для обучения студентов свою материально-техническую базу, включая уникальные цифровые классы и VR-симуляторы. Для нас это важно, потому что в условиях развития предприятия и стратегического развития отрасли в целом очень важен процесс подготовки профессиональных кадров для выполнения производственных задач на наших объектах. Славнефть, Мегионнефтегаз на постоянной основе популяризирует рабочие профессии и повышает интерес молодежи к инженерно-техническим специальностям. Компания помогает развивать методическую базу учебных заведений и комплектует их современным оборудованием, организует производственную практику для студентов. Денис Набойщиков, Евгений Алексеенко, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.